Ежегодно в Чувашии в преддверии Международного дня инвалидов в СДЮШОР номер 3 города Новочебоксарск проходит фестиваль спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году он собрал 245 участников из всех городов и районов республики. На церемонии торжественного открытия с приветственным словом ко всем присутствующим обратился первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Алексей Яковлев. В программу фестиваля вошли 6 дисциплин адаптивного спорта. В течение дня в залах спортивного комплекса спортсмены с нарушением слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата состязались в турнирах по шашкам, шахматам, армспорту и фигурному вождению на колясках.